всем. Сумасшедшего дома. Вот у меня моя Буся приехала. У нас только что был crazy house. Мы только что собирались на моря, но мы сделали это. Сейчас мы только еще должны до него доехать. Мы нашли место. Пошли. Лёль, приятного аппетита. Спасибо. Мои зайки. Мировой рекорд! Мировой рекорд товарищ ставит! Покажи нам класс! Hidden talent! Давай, 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 давай! Ефе! Так, мы будем сейчас играть. Кстати, вот мои эти, как лепешки мангольд, которые, если кому надо, рецепт есть. Короче, мы пришли, сейчас мы будем пить кофе. С Гави привезла нам что-то очень вкусное, дочки там, как обычно. Все, нам приятного аппетита. Гави приехала и привезла кучу всяких вкусных штук, съедобных и несъедобных, кстати, это я еще раз покажу. Какие-то просто, какой-то патиссери. Где это находится? Патиссери, кибуц, хеврон. Хеврон. А, вот этот вот. Да, корон, макарона. Корон, патиссери. Крутяк. Извините, французский. Здравствуйте. И вот то, что я покупала утром, вот вам в открытом виде. Я вам уже 10 раз, по-моему, показывала. Сейчас будем пробовать. Смотрите, какой товарищ у нас сегодня получился. Он весь идет Габи, потому что я вообще хотела в планах. У меня было его разрезано пополам, но я не смогу, потому что им уже надо ехать, а он очень-очень-очень горячий, поэтому он отправляется Габи в гости. Принесет ему море удовольствия. Всем привет! Мы сейчас идем на море. Хочу показать вам свой аутфит и, может быть, возьму вас с собой на нашу набережную. У Лианы сегодня был утренник, закончился садик. Мы идем как бы, как будто бы отметить. Света вообще нет. Сейчас покажу вам, что надела. Я без педикюра. То есть педикюр есть, но такой, знаете, натюрель. В общем, есть у меня такие шлепанцы. Я их вообще совершенно забыла про них. Заказывала на Asos. Взяла обязательно пластырь, потому что помню, что здесь у меня здесь натерла. Копеечное платье просто из сайта The Fool, если знает кто-то, то ставьте лайки. Сайт абсолютно какой-то дешевой одежды, которую я в это платье покупала очень-очень давно, я его укорачивала, оно было где-то, может быть, до вот этой такой длины. Это моя сумочка Ребекка Минков, подарок моей подруге. И вот эти очки Gucci, потому что черно-белые. Вот так.
выпустились из школы. Празднуют. Вот еще одно с машиной украшенной. Ну, как-то у Арика было как-то посерьезнее в прошлом году. У Арика был тоже такой вот сбеговичко. Правда, нашу машину они не украшали, не украшали другие какие-то машины. Но у них это было все как-то более круче. Да-да, испортил белую футболку новую. У них там были со всякими там спреями и так далее. И машины очень были круто украшены. Ну и, конечно же, потом израильские дети, выпускники, конечно же, потом делают пром. То бишь, такое в больших ресторанах, в больших, господи, как там, русских. В общем, пром, все знают пром, да? Большие выпускные вечеринки. Ариэль тогда купил костюм, который больше не надел и вряд ли когда-нибудь наденет. Классный такой, бледно-голубого цвета. Сейчас может стать на фотографии даже. Все, мы идем домой, покушали, попили. Идем отдыхать. У нас сегодня шаббат шалом.